Привет всем! С вами канал Стофити и я, ваш любимый Санечка. Сегодня у нас 4 марта, суббота. Мы находимся в притоке среднего шара Лындер. Приехали буквально где-то часик назад, посидели, порыбачили. Сейчас покажу, сколько поймали рыбки. Под нами глубина примерно где-то метра полтора. Клюет у нас сегодня на все, можно сказать. На троечку. На червя. На тесто. Я еще попробую на кукурузу обязательно. Вот. И сегодня с нами принимает участие в нашей рыбалке. Посмотрим, кто. Сегодня со мною Сват. Он меня привез вот на этом вот. Коне. Это у нас Ямаха 540. Я ехал, видите, сзади. Кстати, это Валера. Сзади у него стоит кибитка, в которой я ехал. Юга. Чудненько. Вообще, ехал без проблем. Страшно, но ехал. Вот. В некоторых местах я, чуть... конечно, признался, что страшно. Страшно, страшно, серьезно говорю. Потому что не видно ни черта. Да. Вот. Не знаешь... Когда в невидении находишься, всегда страшно. Да, не знаешь, в какую сторону тебе наклониться. Мы же приехали не одни. Вот. Приехали еще с ребятами. Давайте, ай-яй-яй-яй-яй. Давайте, вот давайте познакомимся с ребятами. Вот прадедушка Петя. Прадедушка. Прадедушка. Да. Это у нас... Только дедушка, а он уже прадедушка. Петр, не первый, но не последний. Петр, вот слышали, да, как сказал он, не первый и не последний. Тоже клев хороший, окушки и сорожено. Давайте посмотрим. Все тут есть. Как клюет, я потом попозже покажу. Пойдем дальше. Приехали они на Арктикат. Арктикат. Арктикат 570. Вот он какой. Вот. Сзади у него сани, в котором ехали ребята. Сейчас познакомимся еще с ребятами. Вот они, наши ребята. Давайте познакомимся. Сейчас мы видим, перед нами сидит кто? Леонид. Это у Пети сын. А это у нас Алексей. Друг у Лени. Погода сегодня отличная. Сегодня у нас минус 2. Ветер тоже 2 метра в секунду. Вот, южный. Также у нас и дальше сидят рыбаки, рыбачат, вон, вы видите, в палатках. Но сегодня в палатке можно не сидеть, сегодня тепло, хорошо, все сидим в открытую. Давайте посмотрим, как у нас клюет. Раз я уже рядышком нахожусь, посмотрим, как клюет у друга Лени. Не работает. Но, заработает. Клюет как-то вперемешку. Маленький окушок, большой окушок. Ну и сорожено подходит. Хорошая, крупная. Есть мелочь, но мы ее отпускаем. Вот он тащит. Вот подъязок. Поймал подъязка. Что-то еще у нас идет. О, окушок. Такой где-то грамм 100-200. Ух, тут вытащили какую сорожину. Посмотрите. Лень, покажи. Вот она какая. О, красавица. Сейчас посмотрим, как у него клюет. Вот он тащит, тащит. Вот он, так, так, так. А, еще одна сорожина пошла. Красота. Опа, пошла. Красота. Смотрим, кто там, шпаниелечка. Вон она, шпаниелька.
Тащит. Снимай. Опа, дуплетик. Смотрите, какая красавица. Сорочка. Две штучки, две сорожины. И где-то такие, каждая, наверное, по грамм 200 будет точно. А нет, одна поменьше, грамм 150. Вон какие. Да 100. О, какая. О. Это вот калиброванная. Валера ловит такую вот сорожину. Калибрована у нас летит туда. С этой стороны у нас тоже стоит палаточка. Приехали на снегоходе, рыбачат. А дальше, вот если вы, если вы видите, это вот как раз идет линзер, вот, в который мы рыбачим. Вот, и она, вон идет впереди у нас остров. Вот, это вот наша вот такая вот природа. Солнышка сегодня нету. Посмотрим теперь, как у меня будет клевать. Я сейчас ловлю на тесто. Покажу. Вот. Я ловлю чисто на тесто. Опа. И я тащу. Вот такую вот я вытащил. Вот она какая. Бедная кружка. Маленькая, но удаленькая. Перешел на глаза. На, ловлю на светодиодную. Ой, вру. На светонакопительную мормышку. Капелька. Вот она. Фосфор. На червя, конечно, поактивнее клюет. Но мы. Какие черви? Одни глаза. И по два крючка, и по три глаза на каждом. Слышали, да? Он, оказывается, выдирает у них глаза и ловит чисто. Ой. На глаза, представляете? Гринпис увидит. Живодер! Гринпис увидит все. Котлета, она и есть котлета. Нет. Рыба, из которой получается целая котлета, это зачетная. Да, во, будем так и называть. А две котлеты? Опа, опа, идет еще одна. Идет. Котлета? Идет. Опа. Не, котлета. Не котлета. Котлета? Котлета. Все. Зачетная. На котлету. Будем так и называть. Маленькая это у нас на еду, а зачетная у нас будет на котлету. Будем так и говорить. Котлета пошла или не пошла. Посмотрим. Вот, ловлю пока на тесто. Все еще на тесто ловлю. Учебно-тренировочная котлета. Тесто у меня сегодня хитрое такое. Ты рыба крупная. Да, у меня... Идет чисто напополам у меня идет манка с мукой. Манка продает в воде молочко небольшое. Ну а тесто чисто для скрепления. Но не переживайте, у нас вся рыба идет в хозяйство чисто. Это на корм собак, кошек. Опа, опа, видите, и у меня пошла. Хорошая идет, смотрите, как упирается. Очень хорошая. Сейчас вытащу, смотрите какая. Смотрите, какой лапоть, смотрите. О, видите? Достойный. Вот это вот чисто на тесто. О, какая. О. Тестовый вариант. Тестовый. Тестовый смотрите вариант. Еще раз. Вот она какая. О. Огромная. Огромная. Вот такую вот сорогу половить очень приятно. Признаюсь, очень. Надо, наверное, на тесто переходить. Зачетные брать. А, ломовые. Это называется ломовая. А я предлагала. Ждать долго. К нам еще рыбаки едут. Еще два буранчика. Не буран, а снегохода.